Легким движением руки, как себя изуродовать за 5 минут. Мы не сладкие пирожки, как бы нам ни хотелось. Вы пожалеете, что нанесли его. И сегодня такая добрая. Ребята, всем привет! У нас сегодня будет видео без подготовки, которое я решила снять буквально сейчас. И я знаю, как вы любите от меня макияжные видео, но я стараюсь всегда основательно подходить к съемкам. И делаю я это только в тот момент, когда идея рождается сама собой. Я хотела бы вам уже спустя свой блогерский опыт, когда я вижу себя через камеру, когда я вижу очень многих людей на мероприятиях, подчеркнуть те ошибки макияжа, которые действительно очень сильно искажают вашу внешность и иногда добавляют ей излишнего возраста, подчеркивают какие-то мимические морщины и так далее. Я предпочитаю концепцию стареть красиво, и поэтому я просто меняю свой макияж, адаптирую его. Мы здесь для того, чтобы учиться и становиться лучше, поэтому мне нравится макияж, но его нужно наносить правильно. Сегодня я расскажу вам про все те ошибки, которые я сама стала изменять в макияже, и тем самым мой внешний вид стал намного лучше, и, если честно, никто не верит, что у меня такой возраст, когда видит меня вживую, потому что камера всегда прибавляет возраста, прибавляет морщинок и подчеркивает те несовершенства, которые есть на самом деле. Поэтому без лишних слов сегодня приступаем к пункту номер один. Это будет сегодняшний макияж. На одной части лица я покажу вам, как делать не надо, а на другой стороне, как все-таки стоит делать для того, чтобы ваш макияж был более выигрышным. И самый первый пункт, который, к сожалению, я очень часто замечаю, что до сих пор девушки применяют в своем макияже, это очень плотные консилеры под глаза, особенно если вы выбираете более светлые оттенки. Когда раньше вот говорили, выбираете себе тона на 3-4 оттенка светлее, особенно когда мы загорелые и летом берем те консилеры, которые нам подходили зимой, и получается, что различие по тонам, оно очень сильное, очень заметное и очень светлое. И несмотря на то, что вот такие фонари светлые под глазами появляются, и вроде как у вас кожа отдохнувшая, на самом деле, когда смотришь на общий внешний вид лица, это наоборот смотрится невыигрышно. Сегодня я буду использовать самый плотный консилер, который у меня есть. Заказывала я его когда-то на iHerb, это, по-моему, корейская марка The Sign, и он классный, но для того, чтобы убирать какие-то несовершенства и точечно убирать какие-то прыщики на лице, поэтому я не предлагаю, конечно, не призываю вас взять и выбросить всю косметику, все можно миксовать и адаптировать под свой оттенок кожи, можно чуть-чуть добавлять скульптора или сухого бронзера для того, чтобы затемнить продукт. Помимо слишком плотного использования консилера, конечно же, ошибка наносить его слишком плотным и толстым слоем. Вы таким образом всегда можете подчеркнуть морщинки, и даже если у вас нет, в любом случае у нас достаточно активная мимика, и когда слишком плотный продукт, и вы начинаете улыбаться, консилер будет просто проваливаться в течение дня в эти складочки и будет там забиваться, образовывая те морщины, которых вообще у вас в принципе в природе не существует. Такой макияж может выглядеть классно, но только в момент его нанесения, и спустя час он, конечно же, будет уже выглядеть совсем иначе. С левой стороны я нанесу более легкую версию консилера и более правильным способом. Для того, чтобы скорректировать какие-то недостатки, вы можете наносить консилер точно, чтобы не получить излишнее количество продукта на тех областях, куда его наносить в принципе не надо. Вторая ошибка, которую мы часто можем использовать и сами не замечать, это нанесение тона с помощью слишком плотно набитой кисти, которая не промыта достаточно и которая не до конца, ну, не дотушевывая и не до конца растягивая продукт. Если вдруг вы не чувствуете себя визажистом с очень хорошо набитой рукой, и если замечаете потом в течение дня такие полоски от тонального средства на коже, или что у вас течет тон в течение дня, используйте лучше для растушевки тонального средства обычный спонж. Они есть абсолютно разные, в разные категории, от 100 рублей от бренда Limoni, например, до классических бьюти-блендеров, не имеет особого значения. Но если вы хотите впечатать тон так, чтобы он у вас в течение дня держался и лежал ровным слоем, чтобы он не подчеркнул какие-то изъяны на коже, а выглядеть именно свежо, с ровным, красивым тоном лица, то просто используйте бьюти-блендер. С правой стороны я буду использовать тон от бренда Clarins. Он, в принципе, не прям гиперплотный, но, тем не менее, если использовать не совсем свежую кисточку, не совсем подходящий тон тонального средства, то вы получите лишь утяжеление на коже лица. При этом, если вы
не дотушуете продукт, вблизи на дневном свете будет ощущение, что у вас тон лежит некоторыми полосками, и, соответственно, с течением какого-то времени вот этот переизбыток тона, он просто провалится у вас в поры. Слишком обильное нанесение тонального средства – это тоже ошибка. Здесь я бы посоветовала наносить тональные средства не от внешних углов лица к центру, а делать это наоборот, растягивать, соответственно, от середины к уголкам, потому что здесь у нас коррекция требуется минимальная. Самая основная зона, которую стоит маскировать, это зона возле носа, потому что она активнее всего выделяет себум и активнее всего краснеет. Соответственно, наносить много тонального средства, например, на лоб, и особенно у краевой части, где у нас рост волос, не нужно, потому что там, соответственно, через минут 20 его станет достаточно сильно видно, и это тоже будет выглядеть неопрятно. Намного лучше летом подобрать правильный, достаточно легкий тон или развести вот это средство с какими-то более флюидными консистенциями. А особенно важно подобрать правильно оттенок и тон тонального средства, потому что сейчас у меня кожа сильно светлее, чем она есть на самом деле, потому что я достаточно сильно загорела. Поэтому я возьму продукт от бренда Beauty Drugs. Это сыворотка с таким подсвечивающим, бронзирующим эффектом. И также смешаю с каким-то более сияющим тоном, тоже который дает эффект подсветки, называется Glow Illusion от бренда Influence. Я даже показывала этот продукт в фаворитах этого лета, потому что он очень классно адаптирует тон любого тонального средства под летний такой более бронзовый финиш и дает легкий эффект подсветки. Соответственно, если вдруг у вас слишком светлый тон, я не адепт того, чтобы каждый сезон покупать себе новый продукт, поэтому я просто научилась миксовать продукт и научилась наносить его более правильным способом. В данном случае хочу показать вам, как наносить его с помощью спонжа. Даже если вы обратили внимание, при тушевке с помощью спонжа часть, вот, можете увидеть, там, где вы нечаянно заденете свой тон, может быть, ногтем или еще, он просто у вас плывет и едет, он не будет фиксироваться на коже лица. Это, конечно же, все можно закрепить с помощью пудры, но, тем не менее, выглядеть это будет еще как слой краски и сверху припыленный с помощью муки. Знаете, в общем-то, выглядит это не очень красиво, как минимум вблизи, на фотографии, на камере, издалека, под софитами. Это может выглядеть вполне себе адекватно, но в жизни это просто выглядит как некрасивая, неживая маска. Тем не менее, мне не хочется совсем вас пугать, поэтому я пальцем вобью здесь тон и продукт, и мы будем приступать с вами к макияжу лица. Еще одна ошибка, которую я хотела бы подчеркнуть, с моим визажным опытом, или можно назвать это с возрастом, или с моими экспериментами, я стала понимать, какие продукты мне нравятся или нет, поэтому я хотела бы выделить как еще одну ошибку неправильный подбор средств для разных областей. Например, тот же самый плотный консилер, он еще и высушит вам область под глазами. Нужно всегда подготовить кожу лица, нужно подбирать те продукты, которые вам подходит, желательно без талька, потому что тальк очень часто забивает поры, и получается то, что получается, да, излишнее высыпание, которое, естественно, портит нашу кожу, и мы потом тоннами несем денежки к косметологам. А начинать нужно на самом деле просто с такого более точечного и внимательного изучения ваших особенностей и вашей кожи. Поэтому я бы посоветовала вам обратить внимание, если вдруг у вас есть какие-то высыпания, на косметику Crystal Minerals, потому что для меня это оказалось огромным спасением. И если вдруг у меня появляются какие-то высыпания нежелательные, в принципе, в макияже на каждый день, а не для съемки, я стараюсь использовать именно минеральную косметику, которая, к слову, не сильно таки, ну, вообще, в принципе, не уступает профессиональным продуктам, которыми я также могу создать точно такой же опрятный и красивый макияж. Также не используйте вот эти вот трюки, которые нам раньше показывали, которые гуляли по просторам интернета. Это белая такая, слишком подсвечивающая или фиксирующая пудра, которая на самом деле ничего хорошего с кожей лица не делает, особенно когда ее наносят вот таким классическим способом, да, с помощью спонжа и огромного количества пудры, да, это делалось вот таким образом, дальше вот так фиксировался как раз консилер и те слоя тона, которые не хочется, чтобы уехали, и также подсветлялась вот эта область
скулы обычно, и затем все это растушевывалось. Конечно, это поможет вам как будто мукой припылить масло, фактически все то же самое, что и в готовке. Но мы не сладкие пирожки, как бы нам не хотелось, а все-таки нам хочется выглядеть прилично и не подчеркивать возраст. Вот, например, слишком матовые текстуры, они как раз-таки делают лицо каким-то безжизненным. Во всяком случае, вы можете сейчас сделать выводы сами. Я бы предпочла использовать как раз-таки какую-нибудь минеральную пудру, причем у меня есть удобный компактный вариант, опять же, от бренда Crystal Minerals, потому что это спрессованные минералы, и у меня нет на него никаких высыпаний, аллергии на эти продукты и так далее. Вот такие плотные консилеры, если они у вас есть, оставьте для маскировки продуктов, но опять же, если они вам дополнительно не забивают поры, потому что одно лечишь, другое калечишь. Получается, маскируешь, еще больше усугубляешь проблему. Еще одна ошибка в макияже, которая очень сильно может испортить ваш внешний вид, это неаккуратные или слишком интенсивные по форме брови, особенно если вы совершаете следующую ошибку и начинаете бровь рисовать от самого основания. Конечно, когда рука уже набита, начинаешь делать все вот по уму, вот эти волоски прорисовывать, но я сейчас хочу сказать про слишком плотное оформление, и, соответственно, я буду чуть больше усилия прикладывать и нажимать на продукт для того, чтобы вам показать. Конечно же, можно совсем тут переусердствовать, я не буду, наверное, прям сильно жестить. Можно нарисовать бровь вообще не там, где она у вас есть, и это будет выглядеть ужасно. Кто-то вообще маскирует здесь там волоски с помощью тонального средства. Конечно же, это все видно. Как бы нам ни казалось в ванной при макияже, что там недостаточно света, при дневном свете это все видно, и выглядит это неопрятно. Поэтому, если действительно вас смущают какие-то волоски, просто лучше сходить к профессионалу и подровнять форму, либо сделать это самостоятельно. Я как-то слишком красиво нарисовала бровь, но, как вы видите, я ее слишком удлинила, слишком как бы вытянула в сторону виска, то же самое, точнее, в сторону уха, то же самое можно сделать в сторону виска, или сделать бровь слишком четкой или слишком широкой, это уже, как мы знаем, абсолютно неактуальная история, и, конечно же, лучше не делать слишком темные брови, если вы, например, блондинка, и у корней у вас достаточно светлый волос. Сейчас в моде достаточно натуральные брови, и, в принципе, что естественно, то не безобразно. Безобразно то, что у меня на паспорте, когда у меня брови складывались в одну волосинку, просто там бровей фактически нету. Я не знаю, что это за мода, когда мы выщипывали брови просто в одну маленькую линеечку, и слава богу, все эти тренды отходят, но, как говорится, у каждого тренда есть свой антитренд, и в противовес ему были слишком соболиные брови, слишком ламинированные, слишком прямые, это тоже уже не актуально. Чем более естественная бровь, чем более естественное оформление волосков, тем лучше. Но, конечно же, когда волосков недостаточно, когда брови слишком светлые, когда их вообще не видно, это тоже выглядит не совсем, так скажем, завершенно, что ли, и не так, глаза становятся не такими выразительными. Внимательно один раз подойдите к зеркалу и посмотрите, как у вас растут волоски. Сначала они растут практически вверх, потом в какой-то момент они начинают вот так вот у нас расти вбок. Вот, собственно, нам наша задача при оформлении также прорисовывать волоски. Вы можете использовать карандашики, например, из недорогих. Я очень люблю карандаш от Vivienne Sabot, потому что это микрокарандаш с очень тонким стержнем, который помогает прорисовать прям волоски и не заполнять бровь целиком. Ну и, конечно, в данном случае для того, чтобы распределить продукт дополнительный, для того, чтобы увидеть, как растут ваши волоски, запаситесь самой обычной кисточкой, которую можно расчесать. Ну и, соответственно, если вдруг вы замечаете за собой какие-то ошибки в макияже, я все-таки советую вам научиться сначала работать с прозрачным гелем и вот с таким более мягким оформлением волосков для того, чтобы все выглядело максимально натурально. Я думаю, что сейчас видно хорошо, где недостаток продукта, и вот на данном этапе мы можем дополнительно скорректировать и добавить волоски там, где это необходимо. Это буквально в 2-3 местах, потому что бровь не должна быть плотной.
Конечно же, я не за то, чтобы сильно выщипывать брови, но тем не менее, иногда бывает выглядит, что неопрятно находятся где-то волоски. Если вы видите, что они совсем как-то не соответствуют вашей форме и растут слишком далеко от брови, то их, наверное, лучше убрать. И вот таким образом у нас получается достаточно очевидная разница. Напишите, вы приверженец более интенсивных бровей или все-таки вам очевидна разница между правой и левой стороной, и вы уже адепт более натуральной категории. Дальше мы переходим с вами к коррекции лица. И здесь я бы хотела сказать про слишком завышенную, слишком заниженную коррекцию, слишком серые или интенсивные оттенки скульптора. Я вижу этих девушек издалека, вот как будто они по линеечке выучили вот эту вот, где у них находится скула, и как будто они прям прикладывают какую-то, не знаю, линейку в буквальном смысле слова и рисуют там линию, и затем забывают ее хорошо растушевать или припудрить, растянуть оттенок. То есть она вот так вот и остается очень четкой прямой линии и никуда дальше не девается. Слишком серые продукты, ну, я вообще в косметичке себе поставила табу, что те продукты, которые мне не до конца подходят, я их просто выкидываю, поэтому сегодня у нас не то чтобы слишком такая очевидная и яркая разница будет, все эти продукты можно нанести по-разному и адаптировать под меня, но сегодня я постараюсь, так скажем, показать неправильное их нанесение. Вот таким образом, с одной стороны, у меня действительно, посмотрите, как выделилась область острого, да, подбородка, но если я подниму вот так вот лицо, вы увидите прям в буквальном смысле коричневую полоску. Вот так оставлять не надо. Слишком серый продукт использовать не надо, потому что все-таки это не похоже на скулу, это похоже на то, что вы нанесли макияж по шаблонам с Ютуба, с Ютуб уроков и забыли его растушевать. Соответственно, для того, чтобы не утяжелить макияж и не придавать излишнего возраста, используйте те продукты, которые для вас легки в тушевке, не слишком интенсивные, не слишком, например, пятнистые, потому что очень часто бывают недорогие продукты, они просто не ложатся на кожу лица, особенно на какие-то сыворотки, на кремы, на тональные средства. Соответственно, просто методом проб и ошибок, не жалея, наверное, продукты, которые вам не подходят, просто избавляйтесь от них, если не получается их под себя адаптировать. И наносить в данном случае я бы посоветовала, наверное, все-таки кремовые продукты, вот как мы сейчас использовали. Они есть в разных форматах. Мой, наверное, один из самых любимых продуктов – это Enigma, вообще от нашего какого-то бренда типа сибирской косметики. Не смейтесь надо мной, но он действительно очень легкий, и в плане коррекции он очень правильный. Он настолько незаметен, может нарисовать тонкую линию. То же самое вы можете сделать с помощью сухих продуктов, но мы должны не забыть про то, что это не такая просто линия однотонная, которую вы вот так должны втушевать и все, а ее будет видно. Мы должны все равно продукты растянуть. И если вам очень хочется коррекцию, потому что все зависит от типа лица, и некоторым она действительно идет, то просто используйте более мягкие продукты и очень хорошо втушевывайте их в скулу, да, и, соответственно, потом растягивайте продукт наверх. Также я бы не советовала оставлять только линию скульптора, и в случае с более омолаживающим макияжем вы можете смешать все три продукта, просто наносить их послойно и вот так вот вытягивая, как бы создавая лифтинг-эффект наверх с помощью румян и бронзера. В данном случае, вот если оставить просто такую линию, дальше идет матовый светлый оттенок, это будет нормально выглядеть только издалека. Поэтому я использую всегда кремовые румяна, я практически отказалась от сухих продуктов, хотя есть те продукты, которые мне действительно подходят. Соответственно, это могут быть более освежающие продукты, в зависимости от тона вашей кожи, или более интенсивные. Я очень люблю объединять тон губ
с румянами, и поэтому я использую кремовые продукты и на губы, как вот в данном случае тинты, и в качестве румян это всегда объединяющий такой элемент, который тоже создаст более свежий вариант макияжа. И, соответственно, если у вас постоянные муки выбора, и вы не можете подобрать румяна или помаду, попробуйте просто использовать один и тот же продукт на губы и на щеки. Таким образом вы объедините макияж и сделаете его более свежим. Я еще подскажу по поводу губ, как делать макияж более правильным. В данном случае я не буду наносить никакие румяна. Конечно же, можно показать, как нанести неправильный оттенок румян. И это очень часто можно встретить, когда слишком какие-то рыжие румяна, например, использованы, но все меньше и меньше встречаются, потому что все больше появляется в интернете полезной информации, которая легко усвояется, и ее можно применить в жизнь. Особенно, когда ты показываешь два варианта, как правильный и как неправильный, то есть ты наглядно можешь объяснить, как делать надо, а как не надо и почему. Соответственно, румяна я бы наносила вот таким образом, и раньше все говорили, найдите яблочко, вот что я могу, кстати, показать из неправильного нанесения, вот это вот место, и нанесите румяна слишком близко к носу. Это не подходит для всех типов макияжа и для всех типов лиц, потому что очень часто румянец, который находится прямо под глазом, смотрится как на матрешке. Это выглядит как будто не очень естественно, не очень опрятно и как будто делает лицо более пухлым. Я думаю, мало кому это понравится, но в некоторых случаях, наверное, имеет место быть. И опять же, у меня нету совсем неправильных румян, но я вот покажу, как, в общем-то, можно испоганить свой макияж просто вот таким вот нанесением. Немножко просто нанесу его более адекватно, а то, чтобы вы потом меня не захаяли, что я там ничего не растушевала и так далее. В общем, я закрепила еще сухим продуктом, то есть сделала все по уму, но тем не менее макияж справа и слева выглядит по-разному. Кстати, камера, конечно, это такое дело. Вот я сейчас посмотрела, в зеркале все нормально нанесено, растушевано, а в камере совсем другая история. Так что, если что, не кидайте в меня тапками. Что касается хайлайтера, основная ошибка в таком более взрослом, что ли, макияже, это использовать хайлайтер с блестками, хайлайтер из космоса, хайлайтер с металлическим подтоном. Это просто уже или слишком белесый. Это выглядит не совсем адекватно, что ли. Когда в таком макияже не хэллоуинском или не слишком на дискотеку, так скажем, а в повседневном, используется вот эта вот классическая линия хайлайта, слишком белого, и он нанесен вот так вот прям жирным слоем, например, или плотной кистью. Наносите хайлайтер вуалью или впечатывайте, растушевывайте его с помощью пальчика, да, вот эти вот все трюки, которые раньше использовались, они все-таки уже немножко отошли, и нужно уметь работать с косметикой для того, чтобы она работала на вас, а не против вас. И для того, чтобы делать быстрый макияж, возможно, вам пригодится такой лайфхак. Если вдруг вы искали какой-то кремовый хайлайтер, посмотрите, опять-таки, у минеральной косметики, у бренда Crystal Minerals, у них вышел очень классный хайлайт в 01 оттенке. Он мне прям отлично подходит, и его можно растушевывать прям пальчиком. Соответственно, нанести можно и на классические зоны. Я, если честно, не советовала бы вам экспериментировать, если вы не супер профессионал в косметике, и не наносить слишком много блеска на верхнюю губу, вот сюда над галочкой, потому что здесь нужна хорошая растушевка. Иногда, когда мы потеем, когда слишком жарко, здесь такое озеро как будто образуется за счет хайлайта, как будто у вас мокрая, потная губа. Ну, буду называть вещи своими именами. В общем, лучше все-таки, конечно, не экспериментировать. И хайлайтер мы наносим в таком макияже, стараемся максимально высоко, как бы подтягивая все вот эти продукты наверх. Вы даже можете, как финальный штрих, объединить все три продукта. Это румяна, это хайлайтер, да, и что у нас там еще сегодня был, скульптор. Таким образом у вас создается лифтинг-эффект, и лицо как бы визуально подтягивается и уходит наверх.
уходит, ушел от нас. В общем-то, я бы добавила сюда еще немного бронзера. И что касается бронзеров, очень часто тоже можно встретить. Либо девушки себе покупают летом, ну, в другое время года, и какие-то ненатуральные бронзеры слишком рыжие. Я не знаю, может быть, они сделаны для более смуглой внешности, но когда наносит их слишком светленькая девушка, вот эти вот бронзовые продукты, это выглядит просто максимально эпично и максимально ужасно, и ни о каком здоровом загаре речи не идет. Мне очень нравятся кремовые всякие штуки, я даже мешаю сухие бронзовые продукты с какими-то праймерами или кремами и наношу на кожу лица. Это выглядит максимально естественно и как будто это настоящий бронзовый эффект. Когда же вы наносите сухой бронзер, наносите его неправильно или слишком рыжим, это, конечно, выглядит, ну, плохо, мягко говоря. Раз уж мы сегодня так хоть все спонтанно, буду делать все основательно, потому что ролики я такие снимаю, хотела сказать, не часто, раз в никогда. Это, по-моему, мой первый такой опыт. Показать вам прям ошибки на половине лица. И я буду использовать как раз-таки свой любимый сухой бронзер. Нанесу туда немного кремового продукта. Все это размешаю и нанесу сегодня именно кремовый бронзер на кожу лица. Точно такими же вытягивающими движениями. Для того, чтобы у нас был настоящий фейковый загар. И никто даже не заметил, что вы не только что прилетели с Мальдив. Мой совет при таком способе, когда вы смешаете любой свой бронзер с кремом, сначала обмакните как бы кисть об руку для того, чтобы увидеть, нигде ли не полосит ваша кисть. Вот таким образом у меня получается кремовый продукт, и соответственно я просто наношу его по контуру роста волос, объединяю вот здесь все. Если хочется, я могу немножко тоже нанести под скуловую линию, то есть на линию вот этого выточенного подбородка, и немного на носик и на верхнее веко. Соответственно, вот это у нас часть макияжа, которая выглядит неестественно, вот этот вот слишком белесый хайлайтер, слишком интенсивный и неправильно нанесенные румяна, слишком мощный консилер, который я покажу, как будет выглядеть спустя время вблизи на камеру. И на этой стороне мы использовали максимально такие естественные продукты и старались объединить весь фон на лице для того, чтобы действительно улучшить тон и оттенок кожи. Следующая активная ошибка, которую я не советовала бы никому использовать, это черная подводка глаз без хорошей интенсивной растушевки. Например, бывает, когда Smoky Eyes действительно правильные, красивые, хорошо оформленные и сверху растушевка, и снизу. Это классно. Но по старинке кто-то, кто не особо пользуется макияжем, берут черный какой-нибудь, вот давайте возьмем такой вот Giorgio Armani карандаш. Это у нас коричневый, это более лучший вариант, и наносите его на слизистую глаза. На самом деле, как бы нам ни казалось, что мы подчеркнем глаза, мы наоборот сужаем их и делаем глаза такими маленькими, крысиными, как называет моя подруга. И в общем, это выглядит все неестественно, особенно потом все равно практически все карандаши в слизистой скатываются, появляются вот здесь черные комочки. Это ужасно бесячая история, и, пожалуй, я бы никому бы не пожелала, даже злейшему врагу, вот с таким макияжем выйти куда-нибудь, например, на свидание. Если вы делаете подводку глаза, не забудьте, пожалуйста, сделать вокруг растушевку. Возьмите карандаш, который вам больше подходит по цвету, особенно если у вас светлые глаза, не слишком там темные, не совсем такие насыщенные и не черные ресницы. Я все-таки всем советую выбирать более мягкие оттенки типа коричневого карандаша, потому что смотрится это намного естественнее и натуральнее, и как раз таки поможет вам выделить глаз. Для того, чтобы сделать мягкую растушевку, вы можете просто немного пройтись карандашом по нижнему контуру и затем взять кисть-карандаш, которая поможет вам все это растушевать. Либо вот такую кисть-лопатку. Соответственно, это сделает тушевку максимально мягкой. Вы можете вывести ее чуть-чуть наверх в стрелку, и это будет выглядеть уже немного
иначе. А вообще, если вдруг у вас нет особых каких-то предпочтений на тему выделения слизистой глаза, вы вообще можете использовать не коричневый, а светлый карандаш. Я именно так бы и посоветовала выделять глаза, потому что это, если честно, намного выигрышнее смотрится и сделает глаза более отдохнувшими и более свежими. Поэтому в данной ситуации я вам просто показала, как работать, если вы захотите сделать глаз темным, но я подчеркнула бы здесь слизистую глаза именно светлым оттенком. Я, кстати, так как себя вижу иногда не только когда я крашусь, но и когда монтирую видео, у меня каждый раз ужас, когда я вроде выделяю глаза темным, мне настолько нужна интенсивная растушевка в разные стороны, чтобы глаза именно смотрелись крупнее, а не уже, что на камере, в общем, они всегда кажутся очень узкими, хотя у меня достаточно большие и открытые глазки. Для того, чтобы сделать максимально таким естественным эффект, кстати, выбирайте не светлый, а такой более персиковый оттенок карандаша для слизистой. Это поможет сделать этот макияж более естественным. Не так, что вы там нарисовали именно белую линию. Все должно подходить под ваш оттенок кожи. У меня это карандаш от бренда Benefit. И в данном случае для того, чтобы приоткрыть взгляд, сделать его более свежим, чтобы веко не казалось слишком таким лежачим, что ли, да, на ресницах. Потому что с возрастом все равно, особенно если нависшее веко, как у меня, есть, да, форма такая. В этом нет ничего плохого. Главное использовать хороший крем, хороший хайлайт. Это как раз таки помогает все приоткрыть глаз. И еще вы можете использовать самый обычный трюк с подкручиванием ресничек. Если вы не делаете, например, ламинирование, это очень удобный способ быстро приоткрыть глазки и красиво оформить их тушью, если у вас есть какая-то проблема. Кстати, слишком темные оттенки теней на верхнем веке, мне кажется, уже не адаптируются под повседневный макияж. Это должна быть тоже, опять-таки, очень хорошая растушевка, вытянутая и полный комплект макияжа. Это должен быть очень такой маскирующий тон. Это должны быть, скорее всего, накладные реснички, это должна быть хорошая растушевка, и тогда это смотрится все красиво. Поэтому если вы используете в повседневном макияже какие-то слишком темные тени, либо растушевываете их совсем в дымку для того, чтобы это смотрелось нормально, либо используете более светлые оттенки, которые подходят вам по цвету типа. Например, мне ужасно не подходит классический макияж, который делают все визажисты. Меня никогда не красили визажисты лучше, чем я сама, положа руку на сердце, это всегда смотрелось безумно ужасно. Высветленный уголок, какие-то коричневые затемненные уголки глаза, которые мне не подходят, такие теплые коричневые тона, это смотрелось всегда ужасно, и я поэтому никогда этот макияж не использую. Вот картинка со стороны вам виднее, потому что вы меня видели уже в сотнях разных вариациях и ипостасях. И даже сейчас, если смотреть на глаз, этот как будто максимально закрытый, какой-то вниз уходит вся картинка, а это как будто все, вся картинка уходит наверх. Вот такой вот визуальный обман можно сделать с помощью банальных некоторых трюков. Если вы переживаете за утяжеление макияжа и не хотите себе добавить возраста макияжем, используйте какие-то более легкие оттенки. Самый простой трюк, который я могу вам порекомендовать, использовать те же продукты, которые вы использовали для лица. Это могут быть оттенки румян, бронзера или скульптора. И вы можете с помощью них сделать такую легкую растушевку на веке. И она как раз будет смотреться максимально свежо и максимально естественно, как будто это ваш такой естественный румянец, немного естественного загара и легкого хайлайта. Поэтому я возьму бронзер сейчас и опять-таки немного обмахну продукт об руку и нанесу его на верхнее веко. Таким образом мы еще чуть-чуть приподнимем взгляд и затемним веко для того, чтобы отделить его от такой неподвижной части. Добавим немного румян, что очень сильно утяжеляет макияж и опять-таки уменьшает глаза помимо карандаша. Это вот темные оттенки, да или вообще какие-либо тени, которые вы наносите, только на неподвижную часть века, без нормальной растушевки наверх, потому что вы просто, так скажем, уменьшаете глаз, что достаточно сильно прибавляет возраста, особенно спустя, опять-таки, несколько часов ношения такого макияжа. Это слишком темное века без
нормальной растушевки. То есть, если оно у вас лежит только на неподвижной части, никуда не уходит, соответственно, глаз будет казаться еще меньше. Я, конечно, сейчас не могу прям совсем сделать типичный вариант, мне не хочется себя изуродовать. В общем, более свежий макияж глаз, он всегда более освежающий. Если вы делаете уже какой-то более интенсивный темный оттенок, то не забывайте делать хорошую растушевку и перестаньте делать слишком светлые уголки глаз. Это все-таки должно подходить по цветотипу и делать именно влажный, легкий финиш свечения, а опять-таки не потный, не слезливый взгляд. Я сейчас набираю светлый хайлайтер для того, чтобы показать вам, что я сейчас имею в виду. Слишком светлые уголки выглядят обычно вот так. Но никто не говорит, что этот трюк плохой, потому что если использовать подходящие продукты, опять-таки я взяла сейчас тот же самый хайлайтер, который использовала. Я его с помощью пальчика нанесу на ту же часть века. Таким образом мы его отделяем опять-таки от бронзера и от румян. И у нас опять-таки получается более свежий и приоткрытый взгляд. Если вам хочется больше интенсивности и акцента на глазке, вы всегда можете добавить легкую стрелочку. И это будет смотреться, конечно же, куда более интересно. Просто рисуйте стрелки из лайфхаков, да, которые помогли мне делать идеальные стрелочки именно с открытым глазом, тогда она не будет уходить у вас туда, куда не надо, слишком высоко, слишком вертикально или слишком прямо. Опять же, вы можете не экспериментировать и не уводить стрелку сильно к уголку глаза, потому что это может как-то исказить ваш взгляд или опять-таки добавить некоторые проблемы в уголке глаза, когда я уже объясняла, что со временем там начинают скатываться продукты. Соответственно, вы просто дополняете этот макияж тушью, и я думаю, что здесь достаточно понятно, как можно изуродовать себя немного с помощью макияжа и добавить те акценты, которые не всегда выигрышно смотрятся, особенно при дневном свете. Поэтому используйте те трюки, пожалуйста, которые вам подходят, используйте макияж по назначению, и уже пора почистить косметичку от тех продуктов, которые вам в принципе не подходят по цвету типа и не подстраиваются под ваш тип кожи. Кстати, еще один из трюков, который вы можете использовать с помощью туши, точнее это даже не трюк, а его отсутствие, не прокрашивайте нижние реснички. Если вдруг у вас слишком сильно смазывается тушь в течение дня, потому что она тоже имеет свойство иногда проваливаться в мимические морщинки, таким образом вы просто подчеркнете свой взгляд с помощью подрисовки верхних ресничек, да, и не будете испытывать никакого дискомфорта, и плюс взгляд будет тоже более открытым и вытянутым именно наверх. Также вы можете сделать более лисий взгляд, если вы будете уводить реснички как бы более в сторону. Здесь все зависит от вашего пожелания и формы глаза. Что касается ошибок в макияже губ, их на самом деле тоже достаточно много. Понятно, что многие грешат слишком активным контуром и прорисовывают его внутри губ, но сейчас это очень редко можно встретить. Если вы сомневаетесь, то контур всегда можно подтушевать и сделать его более мягким просто с помощью легкого движения пальцев. И еще одна активная ошибка, когда мы начинаем прорисовывать контур, хотим его увеличить. Это неплохо, это не возбраняется, но это делать нужно тоже аккуратно и знаючи. Очень многие увеличивают губу вот здесь. Таким образом губы становятся как будто недовольными, и вот этот контур выворачивается. Если вы хотите увеличить его, то здесь лучше прорисовать контур на том месте, где он есть. Обратите внимание, да, у меня как будто здесь усы появились. Просто легким движением руки, как себя изуродовать за 5 минут называется. А вот здесь вы можете уже контур слегка поднять наверх. Ну, в общем-то, такая разница. Достаточно интенсивная, хотя один и тот же продукт использовала, но я хотела показать вам максимально наглядный способ, как, не знаю, не посмотрев в зеркало, иногда можно вот действительно изуродовать себе внешность. И использование белесых оттенков, которые слишком мертвенные, слишком светлые, слишком матовые, тоже могут придавать возраста. Поэтому я советую в последнее время, особенно если есть какие-то кисетные морщинки или заломы на губах, если вы, например, их там не подравниваете, сейчас тоже это часто встречается, не увеличение губ, а именно увлажнение, то можно просто использовать увлажняющих продуктов, да, побольше. Вот, например, я сейчас, давайте уже полностью накрашу губы вот таким матовым оттенком.
Ну что, если вдруг вы узнали себя, то пишите, в какой ошибке случается ваша загвоздка. И, может быть, я смогу подсказать вам еще несколько способов, как ее исправить. Если вам понравился этот ролик, то не забудьте поддержать его пальчиком вверх. Ну, а я вернусь к вам в следующее воскресенье в 12 часов по Москве.